Собственно, почему я решил, что она изменяет? Однажды я пришел домой и слышу, ну, она меня не слышала, да? И я слышу, она разговаривает по телефону с кем-то так очень романтично, да? Чуть ли не секс по телефону, да? Интересно. Я прислушался, и там прям очень пикантно все. Я потом говорю, типа, я даже не стал мешать, да, дослушал, и потом сделал вид, что пришел позже. Вот, а потом, когда я стал поднимать эту тему, она говорит, а, я там с подружкой так шутила. Вот, ну, я как-то это очень подозрительно, очень странно, и мне вообще в последнее время у нас в отношениях все очень холодно. Вообще. Так, надо камеры как-то забрать из квартиры. Ну что, надо к ней пойти, просто сказать, что вот так и так, как бы. Ну да. Просто признаться, блин, в том, что мы следили. Иди сюда, выйди! Блин. Пошли разберемся нормально. Чё, выходи! Что ты хочешь? Давай, давай! Блин! Иди! Ну что ты хочешь?